Ошибку. Это затмение. Опять же, ребята, невозможный уровень сложности. Невозможный! Воу! Воу, так. Ты смотри, пробивание, ничего себе, вот это было круто. Еще бы выбили оружие, это было бы нереально эпично. Ох, сейчас было, если бы он попал. Вот если бы он попал, половины хелсов бы точно не было. Да даже с подкатов. Воу! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И у нас бои в мире теней! Продолжается, ребята, продолжается! Мы практически подошли к Титану, у нас 50-й уровень на носу, поэтому будем его поднимать, будем апгрейдить нашу экипировочку и сражаться дальше! Ну что же, а у нас каменный лес, и осталось всего лишь 2 боя в этом лесу! Да, ребята, и у нас почему-то здесь появился Титан вот такой вот. Да, вот так без вот. Без телохранителей. Почему так, непонятно, ребята. Ну что ж, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Мы поехали в каменный лес. Погнали, погнали в бой. Погнали в бой, ребята. Проапгрейдили мы всю экипировочку, сейчас задамажим Гарпию по полной. Ну что ж, Гарпия, берегись, берегись, 49 левел, вся экипировка. Да, ребята, и серпы, а тут без двойных ударов, что ли? А, нет, с двойными. С двойными, все нормально. Один разочек. Ой, как хорошо, неплохо она дамажит нас. Ну, это ж гарпия, знаешь, и здесь да. Все-таки... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слушай, не дает. Как меня раздражает это восстановление магии, прям вот... Да, бессмысленно, ребята, зачаровали мы доспехи, только мешает нам восстановление магии. Опа, победа! Да, вот так вот на изи мы затащили гарпию. Это хорошо, ребята, это хорошо. Раунд 2, сейчас нужно постараться прям мощненько задамажить. Раз, оба. Два, начало супер. С разворотика хотели, с разворотика не получилось, отбегает гарпия что-то подальше от нас, зачем, непонятно. Но так. Ничего страшного, раз, два, еще, да ладно. Нормально, тащим, ребятки, тащим, ух, зажало. Мы обязаны вытащить, да, зажал нас в угол, это гарпия, но ничего страшного, вот так вот мы с ней все равно расправляемся. Да, ребята, изи, у нас 50-й уровень, уже 50-й, а это значит скоро конец игры. Ну что же? Так, да, именно он, ребята, перемещаемся в профиль и будем с вами восхищаться новыми ценами. Слушай, я думаю, дерево, да? Да, дерево неплохо, 20% шанс восстановить, тем более еще 25% урона, ничего себе. 25% здоровья. 25% здоровья, да, именно так. Изучаем дерево, ребята, кстати говоря, у нас тут награды есть. Вот забираем. Они. Отлично, и смотрим, что у нас по экипировочке. Вот это красивая маска безликого. Маска безликого, ребята, да тут у нас супер просто какая-то... 52 уровень, смотри, штурманский шлем, ой-ой-ой-ой-ой. Очень зачетный. И туника безликого, вай-вай-вай-вай-вай, вот это красота. Ну, я как понимаю, мы, наверное, с туники начнем, да? Да вот даже не... Ух ты, зуб кобры, это что за смертельное такое оружие? А, это лук! Что за лучник-то у нас будет? Это лук, ребята, с мечами, это просто какая-то неистовая штука. Плазменная винтовка тут, слушай, она и была, она была просто закрыта, мы ее да. Не использовали. Так, ну что, у нас, в принципе, хватает на тунику безликого, но... Подожди, 5... стой, давай посмотрим, там, по-моему, какая-то загвоздка была в испытании, которое нам нужно будет проходить. Открой меню боя. Да, думаешь, загвоздка? Да, там была не вот в этом, а вот в крейсере. Что нам нужно здесь? Оружие 50, так что мы первым делом апгрейдим оружие именно. Оружие, ребятки, да, именно оружие нам нужно, это точно. Так что давайте-ка начнем с серпов. Но, опять же, придется 5-5 потратить. Ну, что поделаешь, такова наша судьба. Да, ребята, улучшаем за 5 гемов. Скоро конец игры, в принципе, они нам не очень понадобятся. Поэтому поехали в бой. Но пока что пойдем в каменный лес и закончим уже эту эпопею. Смотри, землетрясение и инвертированное управление. Ох, ничего себе. Ну, хорошо, что у нас легко, ребята. Это значит, можно пойти в затмение. Реально, как давно мы не ходили в затмение, кстати говоря. Да, ребятки, идем в затмение. Команда Дитол, каменный лес. Идем в бой. Итак, против нас
Голем! Голем, ребята, с гидравлическими перчатками! Ну, я думаю, ему сейчас достанется по полной, конечно. Ну, как тебе сказать, нам бы как не досталось по полной с маленькой защитой. Ну, разнесли, конечно, мы его в пух и прах, ребята. Слушай, по идее, его вообще нужно на 49-м левеле проходить, так что... Даже землетрясение не сработало! И инвертированное управление, кстати говоря. Да, инвертированное управление, кстати, это неплохо. Да? Неплохо, неплохо и... Ой-ой-ой-ой-ой! Да, я же думал, был перфект, был перфект. Да, немножко попал, ребят, но голема разнесли еще и в затмении, еще и вечная память у нас здесь, и это круто. Ну что ж, я думаю, мы восстановили немножко гемы. Открылся здесь турнир в каменном лесу, ты смотри-ка, а? Можно еще проходить и крейсер, да, у нас? Да, и крейсер у нас здесь, но тут у нас невозможно затмение, в затмении, наверное, не пойдем. Да, давай в турнирчик сходим. Вот сюда, в каменный лес, да. Разомнемся немножко. Но я думаю, что надо, ребятки, взять затмение и задамажить здесь всех по полной. Конечно, тем более нам нужно новый доспех купить и зачаровать его. Да, вот здесь, кстати говоря, денег дают совсем мало. Капелюшечком. Морок у нас здесь. Новые знамена поднимаются над армией восставших. Нас воскресил древний, чтобы мы дали бой любому, кто посмеет вторгнуться на его земли. Вот такие вот дела. Морок, морок, морок. Ты смотри, у него горящие пламенные дубинки. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это круто. Ты смотри, они какие-то прям огненные у него. Есть. Главное такое дело. Главное не попасться под этот огонь, да? Да, то нас поджарит нас, хотя пока что мы его жарим. Конечно поджарит, ребята, ведь защиты-то у нас нету, пока что только сербы дают нам преимущество. Опа! И практически на перфект, да? Да, практически на перфект, ребята, не дали ему использовать огонек, а вот с огоньком нам бы было тяжеловато, я могу сказать так. Согласен, могли быть проблемы, хотя не знаю. Да, он долго думает, Давай посмотрим, дадим ему шанс использовать огонь. Да ладно, я думаю, он сейчас сам воспользуется этим шансом. И вот такие дубинки мы еще не раз увидим. Конечно, не раз, ребята, это новое оружие на 50 уровне, поэтому сейчас все с ними будут. И я думаю, что и лук вот этот вот с мечами. Да, мы все увидим. Так мне кажется, он очень долго подготовится к атаке и почему-то не использует это очень оружие. Очень долго готовится, ребята, мы уже успели его со всех сторон задамажить. Он только поджег свои дубинки, а мы его уничтожили. Да, ребята, и получили неплохо так супер рубинчиков. Итак, следующий Итак, бой отлично. Уже на невозможном. Уже на невозможном, но мне кажется, что у нас есть шанс. Конечно, почему нет? Ребята, это будет эпический бой. Очень эпичный. Мы идем против пандемии на невозможном, ребята. Да, ребятушки, по полной дамажим и выносим всех противников. Пока что хорошо. Без защиты, ребятки, без защиты, поэтому нам нельзя давать противнику атаковать, поэтому просто нещадно, неистово дамажим даже метательным оружием. Вот так вот капелюшечку урона отняли и продолжаем прессовать. Продолжаем, не попадаем. Ну, слушай, неплохо она так бьется. Да, я согласен. Оп, и кританула. Ты смотри, под конец все-таки ударила нас. Хелсы практически на равных. Пробивание блока срабатывает. Ой, неплохо. И давай, надо добить. О, раз добиваем. И два, супер. Ребята, пандемия повержена в первом раунде. Второй раунд сейчас покажет, кто крут из нас. Кто в доме хозяин-то вообще, а? Оп, хорошо. Слушай, серпы такие бодренькие, такие хорошие. Вот согласен. Вот это самое топовое оружие. Вот по мне, так я не знаю, мы еще не играли за оружие монаха. Да, но... и пластинчатым мечом мы не играли. Слушай, ну пока что она тащит, я могу так сказать. И не хочет все-таки никак дамажиться. Ай, магия! Опа-на! Вот и все, вот мощно, она и победила. Мощно победила, ребята, но ничего страшного. Сейчас будет ответный третий раунд. Третий раунд против пандемии. Это все-таки невозможно, ребята. Это затмение. Затмение. Вау. Это не затмение. Это затмение. Мы затмение, да? Мы затмение пошли, конечно. Это реально конечно, опасно. Это опасно, поэтому второй раз мы и проиграли. Но в третьем раунде мы должны дать отпор. Отлично. Она практически даже не смогла нам и долю нашего здоровья отнять. Да, ребятки, вот такой вот был бой. Мы заработали очень неплохо зеленых рубинчиков, я не жалеечек, я не знаю, как вы это называете. Чипы. Да, мы называем это так. Так, ну что ж, мне кажется, что надо в крейсерочек сбегать. Ну давай сходим, здесь тоже можно невозможным пойти попробовать. Оружие 50 уровня. Давай попробуем на невозможном. Да невозможном? Да. Не затащим. Да давай попробуем.
Ну, ребята, пробуем на невозможном. Не знаю, вряд ли у нас, конечно, получится, но будем стараться. Специально для вас, ребята, специально. Падальщик тут против нас. Итак, раунд один. Ого, у него тоже огненные дубинки, которые он хотел только что активировать, но мы не дали ему, и по пяткам ему тоже дамажим по полной. Слушай, ну урон мы неплохой, наносим, ему все-таки надо признать. Ну, это... оружие у нас то, которое нужно, в принципе, почему бы и нет, почему бы и нет. Подлавливаем. Уворачиваемся, очень красиво, ребята, сейчас было то, что надо. И, ай-яй-яй, все-таки попадает по нас. Но мы его добиваем. Да, ребята, добиваем, не даем спуску. Это затмение, опять же, ребята, невозможный уровень сложности. Невозможный! Воу! Воу, так. Ты смотри, пробивание, ничего себе, вот это было круто. Еще бы выбили оружие, это было бы нереально эпично. Ох, сейчас было, если бы он попал. Вот если бы он попал, половины хелсов бы точно не было. Да даже с подкатов. Воу, дерево нас спасает. Ребята, что это была за неистовая атака такая? Это была магия, что ли, какая-то? Я даже не знаю, ребята, что это было. Но дерево опять, кажется, нас спасло, да? Да, дерево опять нас спасает. Но в третий раз, конечно же. Не судьба. Третий раз молния не попадает в одно и то же место, ребята. Поэтому мы пока что будем держаться. Надо сбивать его магию всеми силами, которые у нас только есть. 5 комбо, хэд-хиты. И с мощной атаки просто выбиваем его. Даже магией шлепнем. Он к нам подскочил. Смотри. Ты куда полетел? Отправили его в стену просто, ребята, своим лазерным лучом. И да, бивать надо срочно. Ну, да. Ребята, было мощно, было мощно. Ох уж этот падальщик, ох уж падальщик. А, ну слушай, магия красивая у него. Слушай, магия красивая, и в затмении очень интересно играть, ребятки. Просто неистово интересно, но мы всего тысячу всего заработали. Давай посмотрим, что мы можем купить и сколько нам нужно накопить. Ничего мы не можем купить, мне кажется. Вообще ничего? Мне кажется, нет. Да, 1500. Полторы тысячи только шапку можем купить, и то, зачем она нам без защиты-то нужна. Да, ребятки, да. Ну что ж, вот такая у нас была серия. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. До новых встреч в новых видео. Пока. Пока.